давайте поговорим о вортексе в первой фазе номер 8. Это поговорить, пообщаться с коучем или с учителем, с большой. Вот, значит, в первой фазе это все насчет того, чтобы попробовать. Большинство людей никогда из первой фазы не уходят. Они там пошли на какой-то там семинар, там чуть-чуть понюхали учителя. Пошли там в какой-то там храм, чуть-чуть там посмотрели, что-то там увидели, попробовали. То есть у них редко происходит вот это перемещение в более глубокое изучение чего-то. Вот, ну, в принципе, если вы не начнете с какого-то там, знаешь, если вы не распробуете французскую еду один раз, то не будет второго раза. Если вы не попробуете там, я не знаю, какое-то там индийское изысканное блюдо, то вы не будете знать, что оно изысканное, нравится оно вам, не нравится. Поэтому в первой фазе это все о том, нравится мне, не нравится, почему мне нравится, почему мне не нравится. Вот, значит, ну, насчет общения с учителем, с коучем, значит, в книге, в принципе, тогда я увлекался коучингом, это было, так сказать, слово, которым я, которое я пользовался, которым я пользовался. Вот, сейчас, в принципе, я понимаю, что это, проще сказать, учитель с большой буквы У, или, там, гуру. Вот, давайте не будем зацикливаться на словах. Главное, что есть человек живой, который знает больше, чем вы, вот, и который предлагает вам с ним общаться. Как правило, от бесплатно до очень дорого. И, как правило, чем дороже, тем не обязательно лучше. И чем дешевле, не обязательно хуже. Но давайте не будем говорить о деньгах. Я вам скажу, или вообще о том, чтобы кому-то что-то давать. По многим причинам. В частности, у естественного человека, который, естественно, благодарен за то, что ему помогают, в голову этому человеку не придет что-то брать бесплатно, он будет себя чувствовать странно. Вот. Это, кстати, прекрасный тест. Вы можете увидеть себя во всей красе в этой ситуации. Главное здесь не это, а то, что когда вы общаетесь с учителем продолжительное время. Это, кстати, относится и к видео тоже. То есть, когда вы смотрите видео какого-то учителя, то вы представляете о том, что с этим человеком, что вы можете от этого человека ожидать. Это, конечно, не то же самое, что общаться лично, но это, как говорят по-английски, it's a start. То есть это неплохое начало. В общем-то, это одна из причин, почему я записываю все эти видео. И одна из причин, почему я записываю эти видео так, чтобы вы видели, какую жрачку я себе готовлю, куда я хожу, где я гуляю. Я, так сказать, просто хочу вам показать себя во всей красе. Знаете, какой красавчик, и волоски у меня растут и так далее. Так вот, что вам учитель прежде всего может сделать? Ну, во-первых, он на первых порах может быть немножко психологом и помочь вам избавиться от тех негативных мыслей, которые там у вас в голове зациклились. Он может помочь вам разбить эти циклы. Вторая вещь, он может вам помочь направить вас в правильное русло, независимо от того, что вы будете делать с этим учителем. Продолжать с ним заниматься или не продолжать. Это, знаете, как в той поговорке, что если вы встретили потенциального жениха или невесту, и это не сработало, то оставьте этого человека в состоянии лучшем, чем когда вы его встретили. То есть не надо говорить этому человеку там гадости, а наоборот, нужно его приподнять и сказать, что, так сказать, вы чудесный, прекрасный человек, вы просто ко мне не подходите, мне не подходите, и будет хорошо, если будет какой-то там другой, а я вам пошлю новую невесту, у которой там, я не знаю, больше, меньше, лучше, круче и так далее. Вот. То же самое с учителем. На фазе 1, это бессомненно, вы встречаетесь,
вы говорите, вы знакомитесь и смотрите, чем это кончится. Здесь одна вещь, которая важна, это длительность этих отношений. То есть, если вы думаете, что вы за 2-3 сессии что-то поймете, вы ошибаетесь. В коучинге и в моем, в принципе, опыте, что лучше всего начать с 12 сессий, то есть это 12 недель, а еще лучше в два или в три раза больше, и обычно там через 6-7-8 встреч вы начинаете друг другу приедаться. Частично потому, что вы понимаете, что если вы не выплывете на какую-то более сухую почву, то вы останетесь таким же мокрым, как вы были раньше. Вот. И не хочется выплывать, не хочется не тонуть, хочется продолжать топиться и не дышать хорошо. Вот. И в такой ситуации, если подождать, если переждать и продолжить эти сессии, то, возможно, даже очень возможно, вы выплывете и будет какое-то изменение серьезное. Вот. Это, кстати, это относится и ко всем духовным практикам. А общение с учителем – это, конечно, одна из основных, важнейших, наверное, духовных практик. Но пусть будет так для начала. В фазе номер один, в вортексе номер 8, это более чем достаточно. Пушистого вам хвоста!